Очередная встреча главы города и депутатов горсовета прошла в школе номер 15. В своем обращении к горожанам Юрий Араскин сообщил несколько интересных цифр и фактов, подытожил работу городской власти в 2015 году и обозначил перспективы 2016 года. Вопросы, адресованные главе города и депутатам сразу четырех избирательных округов, вновь касались тем капитальных ремонтов, установки общедомовых приборов учета, благоустройства городских территорий и других актуальных для новгородчан тем. Обращения граждан традиционно записывались для работы с ними и подготовки ответов или решения поставленных проблем. В тех же случаях, когда вопрос ставится конкретно, будет проделана работа, а итог обнародован в средствах массовой информации, что в очередной раз и подтвердил всем участникам разговора в школе номер 15 глава города. Результатом данной встречи стали более 15 вопросов, взятых на контроль администрации муниципального образования.